сегодняшний день стал решающим для экипажей двух классов яхт «Накра-17» и «49». Если в последнем лидеры более-менее явные, то в трехпарусных катамаранах «Микс» практически с одинаковым количеством очков по результатам вчерашних гонок лидируют сразу три экипажа. Медальная гонка – это отдельная игра для 10 первых участников. За медальную гонку дается двойное количество очков, и поэтому медальная гонка может снова все изменить. Поэтому на желтой дистанции сегодня три самых-самых решающих гонки. Сегодняшняя гонка станет решающей и для национального экипажа. Тренеру сборной России Сергею Джейнбаеву и сочинке Дарье Ивановой придется приложить все усилия, чтобы выхватить золото у питерцев и анапчан. Ветер слабый, переменный, неустойчивый. Порывы приходят часто пятнами. Иногда присутствует течение. Гонки интересные, для фана очень интересные, для чистой спортивной борьбы, конечно, не очень, но погода не выбирает. Бороться с управлением «Накры» в основном приходится хрупкой Даше. Она шкотовая, и вся физическая нагрузка ложится на ее плечи. Но, несмотря на сложную погоду, экипаж уверен в своих силах. Настрой отличный, боевой. Сегодня решающий день. Решается первое, второе, третье место. Будем бороться. Болейте за нас. Первыми состоялись гонки на зеленой дистанции, в которых участвовали классы «Лазер», «Фин» и 470. Кстати, в последнем, который недавно получил лицензию, неплохие результаты показывают спортсмены Краснодарского края. Они смогли войти в десятку участников чемпионата мира. Хорошую конкуренцию наши земляки составляют и в других классах яхт, которые сегодня вышли на медальную гонку. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».